Всем привет, ребята! Это я, Егор. И сегодня мы продолжаем играть в Call of Duty. Это у нас какая часть? 12-я? И мы уже почти прошли Call of Duty. Да, конечно, капитан! Пайс! Газ! Ну, хоть ты сказал к черту, не вот как ты говорил там вот плохое слово, но я знаю, что это плохое слово. Хоть я его и не знаю. Я думаю, мне потом. А будем лежа. Пинкс. Идем за ним. Какой-то чувак. Так, идем за капитаном Сма. Я вообще на самом деле не знаю, куда идти. Я иду за этими. Ой. Ха-ха. Тут кровища много. Вау. Че я удивляюсь, кровища. Их кто-то убивали в туалете. А зачем? Почему им? Так. А, противник окружённый, убит. Ой, блин. Ой, блин, задержаемся. Я обычно в таких ситуациях всегда бегаю. Ай-яй-яй. Противник, бай-бай. Это, subscribe to our channel. Я что-то, я сейчас тебе задержаться заново буду. Да что ж такое? А там еще один есть. Обломитесь. Нет, я обломлюсь, кажется, извините. ОПСТ и Коломне. Все, он у меня там, кажется. Сейчас. Амс. Все. Давайте, это магазин. Так, его нужно окончательно. Он все время двигается, а они... А стоп, наш? Там я видел где-то нашего. Это наш капитан. ПГС. Один на стол прилег. О, пчуп-пчуп-пчуп. Чупик. Ай-яй! Ай! Я слишком много патронов потерял. Ай, джигма! Мы слишком много патронов тратим. Нужно по чуть-чуть стрелять. Будем по чуть-чуть. А вот там еще. Опа! Ай! Я слишком много патронов потерял. Ай, еще больше, больше. А там еще один сейчас будет. Капитан, осталось до взрыва. Что? 13 минут. Что ты? Что так мало? Что так много, точнее? А я думал, он умер. И с него уже выпало. Не знаю, как его я провидел. Что у них такие ГТМ-ушки? Это наш побежал, это наш побежал. Вау, кристалл. Ладно, все, не важно. У них тут видео логово, видимо логово. Эй, джубаджа, че я говорю? Ай. Точно, блин, это ж вентиляционная, тут, то есть ракетная шахта. Тут всегда много будет всего. Много людей. Сейчас я там вылезет. Я вот здесь встану. Ап, извини, он даже не успел меня стрельнуть. Нам нужно обезвредить всех. Тут лабиринты. Это реально лабиринт с людьми, которые они себя... Он хотел поднять оружие, и мне... Эй, ты меня сейчас убьешь? О, ты хеллоу. Ай-яй-яй, я все патроны потерял. Там еще сейчас будет. Один. Ну, 12 к капитану Прайсу. А вот я тебя вижу. Ты не успел меня стрельнуть, Бэхэла. Тю,
Не. Куда мне идти? Так, так, так. Шевелимся. Анджелин! Чё они без шапочек некоторые? Ай-я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 й. Чё? Извини, капитан Гайс. Чуть в тебя не стреляли. Я аж испугался. На самом деле, ребят, я испугался, потому что, ну, вам нифига, у них уже. Вау, это ракета Жигма! Эй, комры! Ой, ёпперсы! Ой, ёпперсы! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Да уйди ты, я прицел! Ай, чок-чок-чоколад, идем чоколад, я с папа, идем грот, ай-яй-яй! Опа! Опки! 10 минут! А-на-на-на! Опча! Он даже не успел свою Андрюшку поднять! А куда побежал, мой дорогой? А куда побежал? А ты, ой, рачи! Ладно, еще здесь... Ай, да пофиг на них! Бежим! Бежим! Осталось 10 минут до взрыва. Внешнюю, капитан Тайс, открывай. У тебя самая грязная работа. Извини, я подумал, нет. Ну, даже не уборщик в штабе. Ща, будем наготове. Ах, чё? Что ты сказал? Какую мать твою? Медленно, мучительно. Ай, будем еще ждать минуту, пока открываются эти двери. Ай, там уже эта перестрелка идет самая активная. Ладно, реально смешно, конечно, мне. Мне одному. Опа, извините. Ну, уже там гравище море. Только чуть-чуть уже выстрелил. Эй, здесь кто-нибудь есть? У нас мало патронов. Ап-чип-чип. Ай, нужно перезаряжаться. Перезаряжаемся. А там еще кто-то в этой штуке. Так. Капитан Хайс, он кому-то... Ой, молодец, капитан Хайс. Он тоже так сделал. Взял пистолет, как мечом, бра, по башке. Он такой стоит, типа наш, а потом... Вау, прикольно. Так, нам еще не сюда, кажется. Или сюда. Вот, мы правильно идем, 20-30 метров, нам не сюда. Вон капитан Хайс. Нашли его уже Брайсом переназывал. Ну давайте нажмем F. Ай, убегаем. А у меня есть Живелин. А зачем? А, бибип, ой. А я иду на пролом, еду. Call of Duty на пролом. А это наши? А чё они там? Как они оказались там? Братюня! Он хотел поднять его. Я даже не могу определиться, где наша. Это наш. А где водить код? Так, вот мы почти пришли. Если... Нет, нам не сюда. Так, это ж... Мне кажется, всех... Нам не сюда. Смотрите, он нас спит. Давайте, ой, мы что взяли? Мне нужно успеть до взрыва, еще 7 минут до взрыва. Это очень мало. Ладно. Сладно. АК-47. А где мне вообще? Так, смотрите, 6-5 метров. Так, ребят, мы где-то близко очень. Нам нужно вниз, еще вниз. И развернуться направо.
Нам нужно налево, то есть. Налево нам нужно. F, чтобы запустить. F нажимаем. Ей его... F надо зажать. Загрузка кодов. Ждать сигнал. Капитан Пайс говорит, каски из центра управления. Они прибыли сюда на грузовиках. Думаю, стоит воспользоваться ими, чтобы убраться отсюда к черту. Передаю координаты гаража. Вас понял. Встречаемся у гаража. Конец связи. Вот они говорят вот это, мать твою, вот эти словечки. Нам не сюда, а нам сюда. Ну сейчас стреляем всех. Вот все. Опера с этой никуда перебегать не надо, я понял. Вообще. А еще будем снайперкой вот так. С нашей снайперкой. Как снайпер. Опа, всех предостреливать. Ай, уходим, перезаряжаемся. Сейчас этот чувак будет стрелять. Я один стреляю, они прям стреляют в стену. А касаемся, можешь взять. Ну. Ой-ой-ой, пил-пап, ду-ду-ду. Вот на этом моменте я умер. А это в лифт. Бежим в лифт. Да что вы не торопите? Живее вам сказали. Или это капитан Пай сказал? Да кто знает? Вау. Ой, как он тихо сказал. Не раз ты меня читал, чуть-чуть слышал. Что поднимаемся на лифте. Ой. Мы здесь уже были, скамища. А, ну да, мы здесь были. Это тот... А, нет, это не тот. Туалет, газик. Газик, ай-яй-яй-яй. Возле машин я бы себе порекомендовал не стоять, потому что их могут подзорвать. Нам, ну, как бы, понимаете, хана. Давайте займем место какое-нибудь себе. Ой, война, вот это я понимаю, война. Это... Не просто люльки, лалки, люльки, че вообще, о чем я? Когда одного человечка убил и все, ну, это прям война, и, ну вообще война и так идет, ну ладно, она была там, вот еще. Так, опа, выходим, ля-ля-ля-ля, стоп, здесь машина. Не могу. Это наш. Это не наш, извините, это не наш. Ой. Ладно, ребят. Всем пока.